Сейчас гвоздь программы. Как вы думаете, какой гвоздь должен быть в конце программы? Естественно, теннисный. Итак, группа «Фристайл». Добро пожаловать! Внимательно наблюдаем. Откуда вырвалась эта бригада, понятия не имею. Нас нет в милиции, но можно будет вызвать, если будет себя не так вести. Это проблем в этом нет. Интересно, умеют они играть? Вот на велосипеде первый раз вижу. Понятно, что вытворяю. Это с лета, да. Смэш! Браво! А что же они еще умеют? Вот интересно, кто лучше, играет или поет Мэгги Кнайт, или играет наша группа «Фристайл». Поехали дальше.
мощь ногой. Дальше. Сергей Головня и наш юный прошлогодний победитель нашего турнира Сергей Руденко. В качестве теннисного мяча выступал Владимир Прокопов. Спасибо вам всем, уважаемые друзья. Участники, прошу выйти на корт для того, чтобы сделать снимок на память.